И всем привет! С вами, как всегда, я Баз. И сегодня мы играем в Free Fire. Погнали! Мы будем играть в битву отрядов. Вот. Начинаем катку. Катка уже запустилась. Быстро. Выбираем оружие. Выбираем пистик с прицелом. И все. И ждем, пока катка начнется. Здесь надо убивать своих врагов. И останется только одна команда. Еще здесь есть королевская битва. Там только ты один останешься. Или кто-то другой. Надо всех 49 игроков убить. Ты 50-й. Так, вот я вижу врага. Стреляем. Так, что-то здесь мало патронов. Надо было другой брать. Ну ничего, ничего. Блин, сейчас убьют. Не. Все, я одного убил. Так, блин, блин, проигрываю. Так, так. Все, минус один. Первая катка. За нами первая каточка. Так, помогаем вот этому. Все, мы его вылечили. И сами тоже лечимся. Так, вот еще один. Добиваем. Так, с этого тоже надо добить. Да. И первый раунд за нами. 1-0. Второй раунд. У меня появилась такая коса. Здесь мы возьмем М4А1. Берем. И покупаем щит, бронежилет и каску. Вот. И идем атаку. Let's go. Так. Такс. Здесь нужно 3 раунда или 4 выиграть. Опа, вот один не попал. Что ж такое? О, там что-то заспавнилось. Ну, там еще враг. А что они там все спавнятся? Почему они все там спавнятся? Странно. Давай. И, блин, меня убили. Все, я понял. Сходить нельзя. Блин, какую же я ошибку сделал. Ходить же нельзя было. Так, с одного он спас. Красавчик. Так, с этого... Ну, блин, как так можно было слиться? Вот. Короче, у нас тиммейты какие-то боты. Вот и третий раунд. Подожди, третий. А, да, третий. Здесь мы берем бизон. Шлем. Гранатки. Раз граната, два граната. Хотя мы одну взяли. Гранатку. Так. И ждем, пока начнется игра. Вот она началась. Идем искать врагов, противников и так далее. Так, вижу одного, стреляю. Блин, хп мало. Мало хп. Прячемся за стенкой. Садимся и восстанавливаем хп. Все хп надо восстановить. Вот, мы его задубасили. Теперь хилка. Хилку. Здесь никого нету. Так, если никого нету, я хилку не буду использовать. О, ну как раз мы и выиграли. Хилку тоже сохранил. Хилку сохранил. Красавчик я. Так. Берем шлем, гранатки. Вот это что? Вот это грибы тоже. Берем все подряд здесь. Так, непонятно, что я взял. Ну, думаю, это мне все поможет. Зато бизон тоже есть. Тоже круто. Крутое оружие, всем советую. Погнали. Всех лупасит с бизоном. Так,
Вон там вижу врагов. Вот еще один. Стреляю. Не попадаю. Что-то я не попадаю здесь. Да, ботик. Так, это вот мы... А, все, победа. Да, ура. Мы выиграли. Последний раунд, 5-й раунд. По счету. Здесь надо 4 раунда выиграть. Понятно. А не, 5 раундов. Да, 5 раундов выиграем. И все, чики-пуки. Так, какие-то грибы я купил. Что они дают, я не знаю. Напишите комменты, что они дают. Так, погнали. Подожди, здесь какие-то грибная была. Нажимаем. Нет, ничего нету. Так, берем. Еще один бизон. Что тут? Тот бизон у нас мало пулек, а на нашем, который остался, много пулек. А, здесь просто потрачены были. Ну, будем не потраченным. Так, минус один. Так, сейчас минус второго надо. Так, этот уже его не спасти. Так, с минус второй надо тоже сейчас. Почему же я не попадаю? Так, ну, пока что я здесь лазить буду. Наверное, уже мы выиграем. Так, идемте, садимся. И ищем врага. Где он? Таких два еще. Так, все, мы выиграли. Ура, победа. Так, мы выиграли, победа. Это супер победа. Так, здесь самый крутой игрок, это 7 киллов у него. 7 киллов за один раунд, это много довольно. А я вот 5 киллов на втором месте. Ну, всем пока. С вами был Бас, пока-пока.